В рамках празднования Дня города 22 сентября на стадионе «Труд» состоится праздник, посвященный 110-й годовщине серпуховского футбола. В 9 часов утра начнется 6-й тур первенства по футболу среди детских команд. В 13:30 начнется финал 9-го кубка среди ветеранов 35+. На поле выйдут команды «Старт», «Чехов-3» и «Артефакт Серпухов». В 3 часа ветераны 50+, серпуховские команды «Орел», «Новая Мыза». В перерыве матча состоится конкурс пенальти. Продолжится матч ветеранов в 16:00. На праздник спорта приглашаются все желающие. Вход свободный.